Погибают ребята наши. Не знаю цифр, но погибают. Иногда страшно, иногда под пытками. И ведь они умирают за нас, за меня и за тебя. Мы отвыкли от жертвы. Мы и временем-то не очень умеем теперь жертвовать ради другого, а тут за нас. Вот так. Героически чаще всего жизнь отдают. И разве можно теперь нам самим жить по-прежнему? Мы вообще понимаем, что мы здесь, в тылу, с 24 февраля все живем уже в долг. Живем, потому что кто-то за нас умер. Мы это понимаем. И если за мою жизнь отдал жизнь кто-то другой, как мне теперь самому дальше жить? Во-первых, смотреться в эту жертву и ценить. Помнить всегда, теперь уже до самой своей смерти, и жить в миру этой жертвы. Каждый сам поймет, как и ради чего жить, когда по-настоящему осознает, что прямо сейчас ради этой нашей жизни кто-то отдал свое. Да, мы пошли на Украину с оружием правды. Пошли, чтобы остановить беззаконно льющуюся кровь невинных и беззащитных людей Донбасса. И не только. А еще и слово «прости». Слово, которое может хоть сейчас пора обратить к Богу, потому что война – это всегда последнее слово Божье. Война пропускается Богом тогда, когда остальные средства у Бога исчерпаны, и ко всем прежним его словам «ты остался глух». Прости за блуд, к которому мы так привыкли, который воспеваем нашими талантами, которому мы нашли тысячу оправданий, не замечая его горьких последствий, бумаразводов, разрушенных душ, психик, личностей, измельчания мужества и ответственности, потери святости женщины и материнства за порнографию, ставшую доступной любому одним прикосновением к телефону, и мы в силах вроде бы оградить нас самих от этого, но не делаем почему-то. Прости, Господи, прости за эгоизм, за то, что строю жизнь для себя и вокруг себя, тогда, как за меня кто-то сейчас умирает. Прости за неотвеченный звонок мамы, за несдержанное слово товарищу, за грубое и раздражительное мое. У каждого найдется, за что сказать прости. Удивительно, но сказанное всерьез и из самой глубины это слово способно изменить не только тебя самого, но и весь мир. И еще это слово дарует победу оружию страны, которая умеет его искренне, смиренно говорить. Поэтому, если не всенародно, то хоть каждый, как может, по силам, пусть смотрится сейчас в свою собственную жизнь и будет за что сказать «прости» Богу или человеку. Слово это, если не родилось раньше, то может родиться, когда понимаешь, что за тебя кто-то прямо сейчас отдал и отдает жизнь. И поразительный духовный закон, сказанное и повторенное искренне нами здесь, в тылу это слово, способно помочь и тем, кто героически борется сейчас за нас на фронте. Война закончится, но смысл ее не только в победе над очевидным и озверевшим злом нацизма и мировым западным драконом сатанизма, но и в победе над тем драконом, который внутри каждого из нас уже поселился, устроился удобно и чувствует себя как дома. Его еще надо убить. Так победим.